Кумира. Но речь не обо мне сейчас, друзья. Ох, затерты дыры будут, вернее, затерты до дыр будут ваши плееры. После того, как вы услышите эту песню, было бы самонадеянно попытаться сочинить такую песню самому. Я сейчас предоставлю слово мальчугану одному, который приехал сюда из далекой-далекой Франции. Он будет сейчас рад для вас предельно постараться. Я уверен, в Воронеже его запомнят надолго. Он будет петь здесь так, что промокнет от пота футболка. Даже у того, кто сидел ровно и никуда не ходил. Дорогие друзья, сейчас поприветствуйте, что из сил. Валера Юмусов, знаменитый французский артист, выйдет сюда, я хотел бы услышать ваш гомонный свист. Ваши аплодисменты, ваши отбитые костяшки, я хотел бы наблюдать сейчас, друзья. О боже, как не страшно. Нужно же оправдать статус интернациональный. О, этот человек своим вокальным даром уже поразил столько и не даром. Сейчас он устроит тут трэш и угара, такое количество, которое не снилось вам доселе на данном концерте. Дорогие друзья, я сейчас открываю конвертик и вижу, кто у нас победитель в номинации «Голос года». Это, конечно же, Валера Юмусов, походу. Усталый пожилой мужчина сидит за столиком в углу. Грохочет френч хаус, сведенный с хаосом в седой голове. Без пауз на танцполе дергаются молодые тела. Он коньяк допив, поднимается из-за стола. И медленно идет туда, где лазеры из тропы. Где быстро пьет, где басом дышат сапы. Где ты под мышкой, и из-под музыки не слышно криков толпы. Еле идет старый пьяный похотливый упырь. Он когда-то писал, как вечно юный древнегреческий бог. Теперь он выглядит, как будто вселилась вещь из него. Вся грядущая жизнь, сплошной огромный шанс. Ее черт изящнее, несомненно, не сыскать сейчас. Даже в музее Гарпеляном в Эксен Прованс. Впереди тысячи возможных удивительных путей, восхитительных идей, умопомрачительных затей, головокружительных идей. Но никто из нас не в курсе, сколько я ему выделил на дней. В салоне задымление и громкий смех. Кто-то роняет клеющий пепел на тонкий мех. Ее пальто испорчено, она не замечает этого момента. Засосывает со своим бойфрендом блестящей лентой. Ползет под колеса шоссе, по радио ремикс на Шамс-Элисе. Кому ворочается Джона Сэм, за рулем ее нетрезвый кузен. Серия резких маневров, он паркует свой Ситроэн.
привезла пациента, пожилую женщину с инсультом. На грани смерти, впалые щеки, все кости видны под кожей бледной. 21 полный год, под документом реанимация. Вдруг термичный шум работающих аппаратов. Цапи Марин лежит в коме, не слышно телевизора. Из-за стекла палаты, а там дает интервью знаменитый стендап-комик. Откройте же в тайну народу, ну право жак. Как вам удается ваши-то годы выглядеть моложаво так? Нет, не смейтесь, наших зрителей волнуют до слез и заботят всерьез ответ на этот курьезный вопрос.